Ну а между тем, в первый же день форума глава Якутии и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский договорились о продолжении сотрудничества между регионами. В стартовый день Восточного экономического форума они поставили свои подписи под протоколом совместных действий по реализации соглашения о развитии межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, научно-технической и культурных областях на ближайшие 5 лет. В 2013 году между регионами уже было подписано аналогичное соглашение. Срок его действия истекал в этом году. Как отметил Егор Борисов, Якутию и Приморье связывают долгие и хорошие отношения, а вновь подписанный протокол о сотрудничестве придаст новый импульс совместными усилиями регионов по развитию не только республики, но и Приморья, но и всего Дальнего Востока. Аналогичное соглашение сегодня также глава Якутии подписал со своими коллегами из Еврейской, Автономной и Амурской областей.